Сегодня мой рассказ пойдет о катакомбах, об туннелях Кучи. Эту экскурсию я взял в Сайгоне или Хошимине у агентства Untravel. Экскурсия начинается в районе 8 утра. Вас или забирают из вашего отеля, или же вы подходите непосредственно к туроператору. Сейчас нам рассказывают, что собой представляют туннели, но больше о них я расскажу непосредственно на месте. Хочу предупредить, что экскурсия англоязычная. Русскоязычные, если есть, то они будут стоить баснословных денег. И сама экскурсия стоит $6, а посещение катакомб еще $4. Как видите, это сельскохозяйственная местность. Здесь выращивают рис, выращивают буйволов. И эти катакомбы находятся приблизительно в 70 километрах от Сайгона. Но прежде чем привезти нас в катакомбы, нас завезли в небольшой, как бы это сказать, цех, где работают инвалиды. Они здесь полностью от 0 до 100% продукта изготавливают сувениры. Кстати, сейчас я вам показывал, какая разношерстная у нас группа туристов. В этом цеху все сделают поэтапно, и каждый человек занят тем, что он умеет делать на 100% хорошо. Этот человек, например, умеет рисовать. Вот, пожалуйста, ему дали заготовки для разрисовки. Ну а эти люди с помощью реактивов делают краски яркими. Как видите, все сделано на высшем уровне, но в магазине готовой продукции эти картины стоят баснословных денег. Кстати, я нашел здесь такую интересную картину «Иисус и 12 апостолов». А вот так выглядит этот цех. Он длиной не более 50 метров. Пока группа рассматривала картины, я покажу вам тот автобус, на котором нас везли в катакомбы Кучи. А это плантации каучуковых деревьев. Здесь их великое множество. Природный каучук и по сей день довольно популярный. Ну а это уже теплицы. Здесь выращивают помидоры, огурцы, цветы. Все как у нас. Да и температура приблизительно такая же. А так выглядят села Вьетнама. В частности, в окрестностях Сайгона. Здесь идут массово стройки. Все в основном благодаря туризму. В пути мы находились приблизительно 2 часа, 2,5, включая экскурсию небольшую. И вот мы на месте. И так, как я уже говорил, Кучи – это сельская местность примерно в 70 километрах к северо-западу от Сайгона, ставшая заносой в заднице сначала французов, а потом и американцев. Тот самый случай, когда земля горела под ногами оккупантов. Это то место, где нужно купить билет за 110 тысяч донгов или $4. А справа находятся брошюры, по которым вы можете самостоятельно бродить по катакомбам. Далее находится небольшой музей и сувенирная лавка. Кому интересно, милости прошу. Итак, билет за 110 местных донгов купили. Идем теперь на пропускной пункт, где у вас эти билеты будут рвать. Сейчас все увидите сами. Thank you.
Вот видите сами, билеты порвали, пропустили через компьютер. Ну и все. Теперь вы официально можете зайти на территорию катакомб Кучи. Такие вот встречают небольшие хижинки. Это модели того, что когда-то было у партизан. И в этих хижинах на данный момент размещены как бы небольшие классы, в которых показывают документальный фильм о том, как же здесь происходила война. А разгромить местных партизан так и не удалось никому. Ни французам, ни американцам. Даже несмотря на то, что вплотную к их базе разместили целую американскую дивизию. Это была 25-я пехотная и немаленькая часть 18-й дивизии армии Южного Вьетнама. Представляете себе? Дело в том, что партизаны вырыли целую сеть многоуровневых туннелей общей протяженностью свыше 200 километров, с множеством замаскированных выходов на поверхность, стрелковых ячеек, бункеров, подземных мастерских, складов, казарм, кухонь. А сверху это все было густо прикрыто минами и ловушками. Кстати, сейчас схематически вы видите, что собой представляет этот муравейник. Естественно, эту трехуровневую систему туннелей сделали не сразу. Ее сделали постепенно. А рыли довольно примитивными инструментами, и количество людей ограничивалось 3-4 человеками. Один роет, один оттаскивает землю из туннеля к вертикальной шахте, один поднимает ее наверх, и еще один утаскивает куда-нибудь и прячет под листьями, либо выкидывает в реку. Конечно же, зону туннелей, которую вы сейчас видите, ее сделали специально для туристов. И вот мы идем, и по мере прохождение нам показывают разные ловушки, лабиринты и так далее. Это ловушка на тигра. Так почему-то ее назвали вьетнамцы. Незаметно она себе стоит. Ступаете. Естественно, она переворачивается, а снизу все усеяно кольями. То есть вы падаете на колья. Ну а это кратер разорвавшегося снаряда. А вот секрет. Здесь находился один стрелок, и в любой момент вы себе идете прогуливаетесь, а тут бамц, выскакивает и пам-пам-пам, вам капец. Вот я примерил ее на себе. Естественно, что она сделана для туристов, реальная ловушка, настолько маленькая, что скорее всего я, даже я такой худой, в нее бы не зашел. Что ж, идем далее, покажу вам еще что-то. Это место для засад. Здесь сидели партизаны и ждали, когда возле пройдут американцы. Выскакивали из таких туннелей и снова же автоматная очередь, тра-та-та, ба-ба-бах и смылись. Вот в таких пещерах они лежали и ждали своего часа. А тут нам показали ловушку, которая была ниже уровня воды. И вы себе идете по мосту, снова выскакивают из воды практически эти партизаны, и вам капут, короче. Здесь все сделано довольно хитро, что вода не попадала в место, где находится такой секрет. Она была намного ниже уровня. А сейчас мы приближаемся к одному из главных аттракционов этих катакомб. Это взорвавшийся танк на мине. И он был здесь разбит в клочья, и чтобы показать туристам, его заново сварили. Думал, танк будет с внутрянкой, с гусеницей, а нифига. Гусениц вообще нет, двигателя нет, внутри тоже ничего нет. Только голый остов, то есть корпус.
и есть такая интересная надпись. Американский танк М-41, который взорвался на мине в 1970 году. А это целый ряд ловушек, представленных, на которые в свое время попадались американские солдаты. Наш гид любезно согласился продемонстрировать каждую ловушку в отдельности. И на это ушло приблизительно минут 10. Было интересно. Вот просто посмотрите. Переводить не буду, и так все понятно. Yeah, it looks like you fell down on the machine. So, make the horse from the left, bell body. Bell like this. You use bamboo. The bamboo stick you put under the trap. So, if you step on it, the bamboo broke. Broken. Burned out together. It's stuck in here. Yeah. It's very similar. Cha-cha. It's very similar. Which one you prefer? Which one is less painful? This one. But I like this one. I like this one. It's a trap, but very hard for the pins by the way come out. Like this one as well. That is why they call by pit trap. They set up one stick in the middle. I stick round. А вот еще одна. Довольно-таки примитивная ловушка. Она ставилась на двери. Открываешь дверь, она срывается и колями забивается в вас. Ну а здесь, так сказать, в разрезе показана комната глубоко под землей, в которой находились партизаны, и они брали невзорвавшиеся снаряды и переделывали их на разные виды ловушек. С металлом была напряженка, и они использовали для своих целей американские снаряды. Для туристов вьетнамцы постарались. Видите, даже сделали все схематически. Во времена войны были настолько колоссальные бомбардировки, что этих джунглей просто не было. А вот, кстати, сейчас показывают реальный секрет, который был предназначен специально для партизан Вьетнама. И сюда я, конечно, бы не залез. По прошествии приблизительно получаса экскурсии нас вывели на полигон, где вы можете пострелять из американских видов вооружения 70-х годов и почувствовать себя мачо. Здесь же представлены две пушки разных калибров. Сейчас вы слышите выстрелы из полигона. Некоторые туристы очень и очень желают пострелять из винтовки или какого-нибудь автомата. Вот такой вот тир. А вот вам ценники. Какой вид вооружения и сколько стоит 10 патронов. Из нашей группы в 15 человек двое захотели пострелять. Ну и флаг им в зубы и автомат американского производства. А пока они пошли пострелять, покажу вам местную забегаловку и что почем вы можете здесь купить, если проголодались. Цены просто космос, кстати. А сейчас вам покажу кухню, которая была во времена партизанской войны.
Вот что она собой представляла, а еще мне удалось заснять процесс приготовления рисовых лепешек. Они, как видите, получались жиденькие, их размазывали и ставили на специальные бамбуковые настилы, а потом сушили на солнышке. Сейчас это непролазные джунгли, но во времена войны это все было выжжено, было просто лунная пустыня. А сейчас мы подойдем к месту, где нам покажут, как же происходило рытье этих катакомб. Вот оно. А из шин американской техники партизаны умудрились делать для себя обувь. Перед тем, как спускаться в катакомбы, внимательно прочтите это информационное табло. Ну и, так сказать, главный аттракцион экскурсионной программы – сами катакомбы. Сразу же скажу, что даже с учетом того, что катакомбы расширили и сделали уже для туристов, не каждый человек сможет в них вместиться. Это, кстати, наш провожатый. Сейчас я за ним поведу вас по где-то приблизительно 100 метрам этих катакомб, предназначенных для туристов. Было ли здесь страшно? Да, собственно, нет. Тесновато? Да, тесновато. Жарко? Не очень. Для меня не было это жарко. Просто если вы худенький, нормальной комплектации, милости прошу, думаю, вам понравится. Местами здесь совсем темно, так что рекомендую приобрести или взять с собой фонарик. Будет намного веселее, сможете остановиться, сделать дополнительные фотки. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, то тогда лучше сюда не опускаться. А сейчас немного хроники. Поскольку многочисленные обстрелы и бомбардировки не приносили желаемого результата американцам, в конце концов пришлось им самим лезть под землю. Они набирали так называемых туннельных крыс. Это были невысокие отчаянные парни, готовые с одним пистолетом лезть в неизвестность, которые их поджидали. И теснота, и темнота, и мины, и ловушки, и ядовитые змеи со скорпионами, и сами партизаны. Но, как мы уже знаем из истории, это тоже американцам не помогло. В результате они войну проиграли и вынуждены были вернуться во свояси. А вьетнамские партизаны вылезли из этих катакомб и отпраздновали победу. Теперь гордо демонстрируют эти туннели тем же американцам и немножко даже издеваются над ними. Лично мне хождение по таким лабиринтам очень и очень нравится. Правда, оно было довольно коротким. Мне бы хотелось бы еще полазить. Ну вот и финишная черта. Кроме этих туннелей в глубинах джунглей, нам продемонстрировали еще такие вот дома. Они полностью уходят под землю, наверху только крыши, в которых
принимали пищу, готовили ее, или же заседали эти самые вьетнамские партизаны и готовили выступление против американских солдат. Сейчас покажу вам кухню. Это сама кухня, а слева, вот сейчас я пройду, это столовка, место для приема пищи. Также во время экскурсии нас угостили местной партизанской пищей. Это было юка. Кстати, местный котенок очень и очень посел на нее. А это бамбук. Посмотрите, какой он классный здесь. Ну а это ностальджи. Кто был при Советском Союзе, такие комнаты, конечно же, помнит. А сейчас покажу вам музей. Это все виды вооружения, которые использовались американскими солдатами за все время войны. Это кассеты от реактивных снарядов. Но это бомбы, которые сотнями тонн выбрасывались на вьетнамских партизан. Но в конце экскурсии нас привезли в столовку. Правда, прием пищи в цену билета не входит. Все за свой счет. Сейчас продемонстрируем цены на блюда. Они очень и очень туристические. Экскурсия, получается, длилась целый день. Возвратились мы к месту локации Untravel, то есть турагентство, приблизительно в 5 часов вечера. А все из-за того, что в Хошимине просто огромные пробки. Мы целых 3 часа пробирались от предместья Хошимина до туристического агентства.